Всем привет! Сегодня мы будем снимать, как мы приготавливаем молочный суп с тестом. По-другому это называется затирка. Да. Будем готовить затирку. У меня в детстве этот суп молочный назывался именно так. Затирка. Значит, нам понадобится что? Молоко. Молоко. Соль, мука, яйцо, вилка. Вилка, тарелочка и кастрюлька. Да. Готовить мы будем небольшую порцию для Вики. Да, чтобы я могла съесть. Да. Поэтому наливаем молоко в кастрюльку. Хватит. Нет, Вика, подожди. Сейчас ты говоришь хватит, а потом будешь просить добавку, которой у нас не будет. Так, налили молочка. Молочко наливаем на глаз. Кто сколько будет? Если человек много, порций много, то и молока, соответственно, наливаем много. Так, теперь мы разбиваем яйцо. Ой. Ну, над тарелкой мы это делаем. Так, теперь щепоточку соли добавляем. Теперь замешивай яйцо наше, взбалтывай. Как я тебя учила? По-другому. Так, теперь будем добавлять муку. Добавляем муку, чтобы получилось у нас тесто, из которого можно что-то слепить. Тесто перестало прилипать к рукам, значит, мы можем порвать его на кусочки. Если оно прилипает к рукам, надо еще немножечко помакать его в муку, чтобы перестало прилипать. А теперь мы ставим наше молочко и начинаем его кипятить. Как-то я тут все. Когда молоко закипит, мы будем рвать наше тесто на маленькие кусочки и бросать его в кипящее молоко. Потом мы дождемся, когда наше тесто сварится, и наш суп будет готов. Нравится, кому-то нравится, когда тесто побольше, кому-то нравится тесто как поменьше. Побольше. В зависимости от этого кидаем наше тесто. Ну вот и готов наш супчик. Давай, пробуй. Ну как? Вкусно? Вкусно? Давай пробуй. Тесто пожуй, как оно вкусное. Ну как? Вкусно. Вкусно? Ну что, всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Будем вместе с вами готовить вкусные блюда. Ставим пальчик вверх. Подписываемся на наш канал. Пока-пока. Пока.